До нашої студії завітала Юлія Синько, організатор фестивалю Фарб Холі. Вітаємо вас у нашій студії. Хотілося б запитати в першу чергу про фестиваль, коли буде проходити і хто може стати його учасником. Здравствуйте, фестиваль красок Холі буде проходити 3 июня в веревочному парку Драйв. В первую очередь мы ждем, конечно же, детей, потому что этот праздник посвящен Дню защиты детей. Но, конечно, каждому из нас живет маленький ребенок, поэтому мы будем рады видеть любого, кто придет к нам на праздник, и попытаемся поделиться с ним нашим хорошим настроением. В чому основна суть фестивалю Фарб Холі для тих, хто ще, можливо, не в курсі, але ми знаємо, що в цей фестиваль проходить у нашому місті щорічно. Да, вот уже на протяжении нескольких лет мы делаем этот фестиваль, и суть этого праздника в том, что приходят люди, которые хотят хорошо провести время, и мы для них организовываем такую так называемую битву этими красками. То есть каждый человек может открыть в себе ребенка и измазаться этими красками, сделать свою жизнь как-то ярче, красивее, ну и также хорошо провести время, повеселиться. И в этом году мы также планируем сделать музыкальный флешмоб, то есть ребята, которые придут, они смогут не только провести битву красками, но и повеселиться, потанцевать, то есть замечательно встретить первые дни лета. Хотілося б тепер повернутися до побутових клопотів щодо того, яку одежу обирати, чи зможе потім після цього відпрати наші речі, і взагалі, чи не шкодить шкірі, яка буде незахищена одягом, ця фарба? Краска довольно-таки безопасна, она прошла санитарно-эпидемиологическую экспертизу, то есть она довольно-таки безопасна для человека, аллергии не вызывает, поэтому для детей она полностью безопасна. Что насчет одежды, краска выстирывается, но все-таки я советую одевать такую одежду, которую не особо жалко. Хотілося б ще дізнатися про настрій і що необхідно мати з собою, коли приходиш на фестиваль Холі. Гарний настрій, позитивний, це зрозуміло. А ось, можливо, якийсь інвентар, чи, можливо, варто якось зареєструватися? Во-первых, вход бесплатный, но краска у нас стоит 40 гривен. Ее нужно заказать заранее, и со своей краской мы не пускаем, потому что мы можем гарантировать, что наша краска безопасна. И для того, чтобы избежать вот, каких-то аллергенных последствий, мы не советуем брать свою. Так, вся фарба может потрапити не только на шкіру власника, але и на когось іншого, кто будет поруч. Да, конечно. И что касается инвентаря, можно, конечно, взять с собой водные пистолеты, потому что, как показывает практика, после праздника Холи домой все возвращаются яркие, разукрашенные, и если кому-то некомфортно идти по улице так домой, могут, конечно, все это смыть из себя. Ну, а так, конечно, хорошее настроение – это обязательно. А что вы учитываете как организатор від цьогорічного фестивалю Фарб Холі? В первую очередь, это положительные эмоции от ребят, которые к нам придут. Конечно, хочется, чтобы ребята хорошо встретили первые дни лета. Также мы ждем и студентов. Это обязательно, потому что сессия – это тяжелое время, и хочется как-то им подарить отдых, какое-то веселье. И, конечно, хочется, чтобы все прошло замечательно, чтобы ребята отдохнули, повеселились и набрались хорошей энергии. Тож, друзі, якщо хочете гарно відпочити, зарядитися бадьорим та позитивним настроєм, вам варто завітати на фестиваль Фарб Холі, який буде проходити 3 червня, де? В веревочному парку Драйв. Що ж, дорогі наші друзі, плануйте свої вихідні, вже на суботу, я думаю, ви маєте плани. А я вам нагадую, що до нашої студії завітала Юлія Синько, організатор фестивалю Фарб Холі.